Привет, YouTube, привет подписчикам, зрителям канала Technics Reviews. Сегодня небольшой обзор аккумуляторов формата 2А. Аккумуляторы с логотипом Sony. Указан плюс-минус аккумулятора. Ну, традиционное расположение. Вот указан тип аккумулятора АА. 2100 мА, минимум 2000 мАч. 2100 мАч, я просто оговорился, прошу прощения. Металл, никель-металл гидридные аккумуляторы. 1,2 вольта. Made in China. То есть торговая марка Sony, но изготовлена в Китае. Нельзя выбрасывать, подлежит утилизации. Вот, собственно, и все те данные, которые указаны на самом аккумуляторе. Единственное, что можно еще сделать, это взвесить данный аккумулятор и посмотреть, сколько он весит, так как бы, чтобы мне свет не мешал. Хорошо, включаю весы, на весах 0 и ставлю аккумулятор. Весит 28 граммов. Можно попробовать проконтролировать все остальные. 28 и 28. То есть все аккумуляторы идентичны. Вот из этого комплекта 4 аккумулятора металлогидридные формата АА Sony. Вот этот короткий обзорчик я хотел показать. Единственное, что еще могу сказать, у меня был обзор аккумуляторов, и я там приводил вес китайских аккумуляторов и хороших аккумуляторов немецких. То есть, если найти тот обзор, то можно будет сравнить вес данных аккумуляторов, к каким они относятся, к хорошим или к не очень. Вот. На этом сегодня все. Пока-пока.